Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Ягут в Америке, и на моем канале я показываю вам ваши заказы, которые отправляю в ваши страны. Сегодня в Россию поедут две сумочки и кошелечек. Но они поедут не сегодня, но сегодня будет подсмотрелки на эти сумочки. Мы не забываем про сайт TJ Maxx, потому что там бывают очень хорошие скидки на очень хорошие дорогие кожаные сумки. Сегодня у нас две красотки в обзоре, и они обе новенькие, довольно-таки новенькие. Мы их с вами не видели раньше. Так, вот такой кошелечек от Patricia Nash. Но это я сейчас до них дойду. Начать, наверное, хочу вот с этой сумочки. Ригли Лондон. Вы знаете, ссылка на сайт TJ Maxx будет. Это скидочный магазин. Но там, если набираешь по названию Patricia Nash или вот эту вот сумочку Ridley London, то они не высвечиваются. Нужно набирать кожаные сумки, и тогда уже большой-большой лист, большой список выпадает, и оттуда уже можно выбрать и всякие разные другие. Там очень много итальянских кожаных сумок, в том числе и американских Harbor, наша любимая, черный шопер, красный шопер, желтый, который без подкладки, такая мягкая, приятная кожа, но я их уже много раз показывала, не буду их сегодня еще раз на них останавливаться. Остановлюсь вам вот на этой сумочке, чтобы мы ее с вами могли рассмотреть. Посмотрите, это английская сумочка, $278 была ее стоимость изначально, и вот она уже попала в скидочный магазин в TJ Maxx, и мы ее оттуда выкупили за $99. Очень многие этот бренд знают. Вот здесь вот у нее вот такое колечко. Сейчас посмотрим, как оно там, это колечко что-то в нем. Собачка Скотти. Вот она здесь, я ее искала, думаю, где она должна быть. Вот она вот здесь вот есть. Ну, на колечко вы можете прикреплять все, что вы там себе придумаете. Оно сделано... Как оно сделано? Нет, оно не... Да, оно вот как на ключи вставляется. Точно так же можно сюда что-то на него нацепить. Вот такая вот гладкая кожа. Очень интересные ручки. Так, что у нас тут? Небольшая, видимо, заминочка, когда стояла сумка. Но здесь не царапинка, ничего. Просто такая вот заминка получилась, когда она стояла. Видимо, попалась не на ножки. Вот, ну это, царапки нет, оно как бы оттает со временем. Вот такие вот интересные у нее ручки. Видите, как они пришиты? На задней стеночке есть кармашек. Вот его здесь видно. Ну, довольно-таки приличненький. Не очень большой, то есть телефон, если вы будете ставить, то он туда, большой во всяком случае телефон, вот так не... ляжет, чтобы он был закрыт. Но что-то сюда такое положить вполне даже можно. Я такие карманы обычно использую для ключей. Но каждый использует их по-разному. Вот такие довольно-таки мягкие ручки. Такие вот они круглые. Со швом, обработанным глейзингом этот шов. Так, и открывается она. Как она у нас открывается, дорогая, как-то. Вот здесь вот небольшая кнопочка. Вот вы на нее нажали, и все, вот она открылась. Сейчас вот этот замочек, его видно. Вот, вот эта часть нажимается. Вот, и зацепляется вот этим замочком. Замша на клапане, черная. И белая подкладка. Ой, хорошо, что расстегнулась. Еще, оказывается, есть кнопочки вот здесь вот, которые расстегиваются и могут сумочку расширять, если вам это нужно. Вот они с двух сторон, эти кнопочки. Она идет с пыльником, оригинальным ее пыльником. Вот так это будет пыльник. Вот ее бренд. Вот еще одна собачка Скотти здесь, на, которая является логотипом этого бренда. На заднем кармашке на лейблочке пришита. На задней стеночке кармашек под замочком. И на передней стеночке вот такие вот два накладных карманчика. Еще раз напоминаю, $99 она там стоила, мы ее там нашли. Очень легко застегивается и очень легко расстегивается. Вот такая вот красавица английская, и мы переходим к американской Patricia Nash. А у нас сегодня с вами кошелечек
И очень оригинальная, совершенно новая сумочка. Я ее даже еще и не встречала. И не знаю, по какой она цене, по оригинальной. Мы ее сейчас рассмотрим, и я вам скажу, какая цена на нее в магазине TJ Maxx. Вот этот кошелек, он стоил $119. Со скидкой мы его купили за $34. Очень приятная мягкая подушечка кожа. У них есть такие сумочки, тоже там периодически появляются. Кошелек, по-моему, в двух цветах. Во всяком случае, когда мы заказывали, был вот в таком коричнево-рыжем. Такой немножко с рыжинкой цвет. И был еще черный. Очень много слотов под карточки. Ну, Патриша, она всегда отличается количеством кармашков. Вот большой отдел для купюр. Здесь слоты под карточками. Этот отдел стеночка. Перегородка имеет замочек, соответственно, кармашек. И здесь то же самое. Один большой отдел. И дальше идут много-много слотов. То есть вполне очень приятный кошелек. Можно на подарок кому-то, да, за такую цену, такой шикарный кошелек, даже не подумаешь, что он столько стоит. А себе его девочка выбрала вот в таком наборе. Будет вот эта сумочка. Вот такая красотка Patricia Nash. Не знаю, сколько ее была цена, потому что здесь не написано. Иногда так бывает, без ценника идут. Но мы можем на сайте проверить, если кому-то очень интересно. Но они точно где-то порядка $169, вот такие сумочки. А мы ее купили всего-навсего за 66 тысяч. Они были все в упаковке, в бумаге, в пакетах. И кошелек, и сумочка Ригли Лондон, и вот эта Patricia Nash. Я их распаковала для того, чтобы мы с вами могли их рассмотреть. Потому что они для нас довольно-таки новенькие. Смотрите, как приятно сделана эта сумочка. На задней стенке есть кармашек. Приятная подкладка от Patricia Nash, как всегда. Есть ножки. Смотрите, какая красивая боковушечка. Так, сейчас застегну кармашек этот. Вот так красиво сделано. Patricia Nash. Еще раз говорю, что некоторые говорят, Ирина, нужно говорить об этом. Я стараюсь не забывать, но просто многие уже знают этот бренд. Сама по себе кожа немного грубоватая. Чем ее грубоватость отличается? Что она натуральная, толстая такая кожа, бычья. Вот. И у них не обработаны круглым глейзингом вот эти края. Они немного вот такие, вот такие. Видите, как бы вот такие довольно-таки острые углы. Вот как обрезана кожа, она обработана, естественно. Ну, вот она имеет такое ощущение. Не у всех эта сумочек присутствует, но вот у которых вот такие краешки есть, они там есть. То же самое, такая же обработка на ручках. Видно, как сделаны ручки. И давайте заглянем внутрь. Не помню, что внутри. Просто так не откроешь. Она тут на замочке, что немаловажно. Мы это любим. Вот здесь вот есть у них колечки. У нее в этой сумочке есть колечки. Так, вот я все вынула. А из этой, оказывается, бумажку и не вынула. Длинный ремень прикреплен здесь. Тоже ремень будет с такой же обработкой. И внутри еще бумага есть. Тоже идут с пыльником Patricia Nash всегда, с узнаваемым, с листочком удачи. На ней, естественно, тоже есть листочек удачи. Вот он. Это логотип Patricia Nash. Так, как ты у нас здесь делаешься? А никак. Вот она вот так вот открывается. То есть вот замок до сюда застегивается. И уже внутри она такая обычная, с небольшим количеством карманов. То есть кармашек на замочке на задней стеночке есть. И два кармашка на резиночках с подкладкой Patricia Nash тоже есть. Сейчас я ее к себе приложу, чтобы вы по размерам. Ну, она очень вместительная, естественно. Но ее и видно, что она довольно-таки крупная. Так, а как туда поместится этот кошелек? То есть видно тоже, что кошелек довольно крупный. Сейчас мы его туда и поместим. И разглядим, как она... Очень легко помещается. Место там еще для 4 таких кошелька. То есть вполне он туда входит и выходит. Застегиваем.
есть основной отдел. Так, ну вот, надо вот так вот застегивать. Потому что на весу не очень удобно. И вот эти вот красивые клепочки, за щипами вот так вот сделано, добавляют ей оригинальности. И получается одна вот такая сумочка. Вы ее носите либо на предплечье, либо на плече. Про ремешочек длинный мы помним. И вторая сумочка, которая Ridley London, с ее мягкими ручками, она носится, соответственно, на плече, но уже без длинного ремня. Если это вы можете как кроссбоди себе приспособить, то эта сумочка у вас уже будет только вот с такими ручками. Вот такая у нас сегодня с вами красота. CJ Maxx. Такие классные кожаные сумочки. Мой WhatsApp в описании. А я с вами на этом прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста, и своих близких. Всем всего доброго. Пока-пока.